Время 10 утра. Пошел на разведку вот на такое красивое озеро. Попробую половить карасиков. Я здесь уже рыбачил не один раз. Ловится здесь золотой карасик. Будем пробовать. Вот такая вот на удочке маленькая кормушка. Добавим туда тесто. На один крючок оденем вот такую вот штучку. Самодельный бойл. 2 ложки муки, 2 ложки крахмала, яйцо и чеснок. И шарики в духовке 1 минуту держали, подсушили. Ну, на второй крючочек оденем по классике червячка. Посмотрим сейчас, на что будет клевать. Так, глубина здесь небольшая, где-то 0,5 метра. Удочку забросил, ждем первой поклевки. Маленькие-маленькие поклевочки пошли. Какой-то мелочь зацепилась. Мелочь. Вот смотрите, первые друзья улов на удочку. На червя взял. Взял на червя. Да. Ага. Вот такая вот красота. Первый трофей. Первый карасик есть, рыбачим дальше. Настроение уже сразу же улучшилось. Еще минут 10 постоим, да будем собираться. Надо ехать в город. Нарыбачились мы, кстати, 3 дня здесь рыбачим. К сожалению, я ничего не снимал. Могу показать только конечный результат. Ну а вот это вот у меня итог. По рыбалке на карасиков, на озеро ходил, с удочкой рыбачил. То есть вот самый большой трофей это вот этот. Чуть поменьше. Ну, остальные вот такая вот мелочевочка. Кошкам пойдут. И окунек один попался. Что, друзья, все. Будем потихоньку собираться домой. Это место находится в Караканском бору. Название озера я не знаю.